Здравствуйте, с вами опять я, Андрей Непряхин. И на сегодняшнем уроке мы с вами начинаем серию видеоуроков по созданию, моделированию локации и добавлению ее в игру на базе движка Stalker Зов Припяти. Будем работать с X-Ray SDK 07. Вот, рассмотрим все азы. Вот, во всех уроках. Так, начнем. Сначала нам нужно установить сам X-Ray SDK 07. Вот, в данном случае у меня он установлен. И первым делом давайте мы с вами возьмем какую-нибудь локацию и попробуем ее декомпилировать, чтобы для дальнейшего изменения. Так, откроем файл, папку Game Data, Levels. Я за основу возьму локацию предбанник, всем известную. Давайте сюда поместим ее в эту же папку. Вот, так мы поместили. Что нам нужно сделать? Это скопировать имя нашей локации, которую мы будем декомпилировать. Вот. Откроем папку с конвертером. Правой кнопочкой сделаем изменить. И впишем сюда. Первое идет это имя локации. Вписывайте. Вторым идет имя то, которое будет после декомпиляции нашей локации. В данном случае написал имя поле. Вот. Третье идет моды LE команда. Это в декомпиляцию Forward Level Editor. Команда Which Slots. Очень важная команда. Это для того, чтобы во время декомпиляции у вас создались лот текстуры для деревьев, автомобилей и так далее. Есть лот объекты, для которых необходимы эти лот текстуры. Чтобы потом в дальнейшем вам не пересоздавать все эти лоды, сразу лучше изначально дать команду Which Slots. Так, когда мы это все правильно прописали, сохраняем и закрываем. Следующим этапом нам нужно изменить Face Converter файл. Здесь мы должны указать путь нашего SDK. Чтобы его узнать, перейдем, скопируем верхнюю часть имени. Ctrl-C. И сюда мы с вами вписываем Ctrl-V наш путь. Сохраняем и закрываем. И еще один файл, который нам нужно отредактировать, это конвертер имени. Все они будут в комплекте декомпилятора локаций. Запускаем его, находим наши строчки, которые относятся к данной версии движка SDK 07. Находим эти строчки 370 калов, включая обновления, и в этих полях мы вписываем путь, которым будет находиться наша локация, где он ее будет искать. Зачастую возникают вопросы, что SDK не нашел локацию. Вот этот путь отвечает за то, где находится наша локация, где он ее будет искать. А многие спрашивают, как декомпилировать билдовские локации. Для этого нужно найти верхний, в самом верху нашего файла, найти номер билда. Включаем поиск. Находим наши строчки. В данном случае наш билд этот не он. Вот он, наш билд 1865. Вот, и здесь вот в этих строчках нам нужно указать, где находится, где будет наш декомпилятор искать локацию билдовскую. Вот здесь нужно ввести опять-таки путь к нашему SDK, к нашей локации, которую мы сейчас с вами добавили. Итак, когда мы это все дело поправили, сохраняем и закрываем. Опять возвращаемся в папку конвертер и запускаем наш батник. Как мы видим, идет обработка файлов. И вот на стадии создания levelloads DDS и levelloads NMDDS идет процесс создания текстур лодов. Как бы это занимает некоторое количество времени, 5 до 10, иногда и до 20 минут, в зависимости от самой локации, от мощности вашего компьютера и так далее. Вот, в данном случае создаются наши лот текстуры. Поэтому пугаться не стоит, нужно просто дождаться окончания декомпиляции и создания лот карт. Итак, наша локация декомпилировалась, ориентировочно шло где-то около 10 минут на декомпиляцию. Как вы видите, все прошло успешно.
И закрываем ее. Теперь запускаем наш Level Editor. Вот, напомню, что локация предбанника изначально делалась на SDK 04. Вот, давайте мы с вами откроем. Вот оно наше поле, которое получилось. Наша локация. И посмотрим, что мы сейчас с вами видим. Идет загрузка объектов. Вот. Так что мы видим, видите, как у нас, что у нас, что не хватает некоторых динамических объектов, которые изначально шли с папкой. Есть два варианта, нужно просто добавить недостающие динамические модели, которые хранятся в GameData, значит, Dynamics. Ну, либо сам SDK у вас попросит, где этот путь находится. Мы сейчас пока вставлять ничего не будем. Видите, да, физик, doors, он требует у нас door, двери. Вот, мы сейчас этого вставлять не будем. Клавишу пока нажмем нет. Так, локация наша подгрузилась, и мы видим такую страшную, ужасную картину, которая многих пугает. Что такое все белое, что такое все серое. Непонятно, на что это похоже. Как это все исправить? Здесь мы видим, что у нас идет бегущая строка состояния о том, что не хватает чего-то, того или иного другого. Так, давайте немножко попробуем сейчас исправить нашу проблемку. Первым делом, как мы видим, у нас не отображается текстура самого терриена плоскости нашей, да, на которой сама локация сделана. Вот. И второе, не отображается вот какие вот белые какие-то непонятные на деревьях следы. Что это такое? Давайте мы с вами посмотрим. Давайте сохраним. Я не стал все это дело подгружать в динамические объекты. Вот. Чтобы это все восстановить, закроем наш Level Editor. Давайте попробуем с вами исправить эту ошибочку с нашими текстурами. Откроем с вами файл GameData, Level, предбанник, папку Terrain. Вот, здесь в нашей папке и находится наш Terrain нашего предбанника. Копируем его. Вот. И перебьем его в формат PGA в данном случае. Текстуру это мы с вами поместим в папку импорт. В формате PGA. Вот. И теперь еще одно нужно сделать текстуру. Это Traceful Flow. В дальнейшем она вас запросит. Вот, откроем папку с нашими текстурами. Trace. Объем, найдем нашу текстуру с Tracefake DDS. И THM файл. Копируем, ставим. Вот, и теперь нам нужно их всего лишь переименовать. И вторую также нужно переименовать. Так, мы с вами переименовали. Traceful Flow у нас появилась теперь новая текстурка. Мы ее создали из Tracefake. Так, мы опять с вами запускаем Level Editor. И подгрузим с вами нашу сцену, которую мы открывали. Файл, Open, поле Level. Сейчас оно должно у нас опять запросить о том, где находятся файлы спавна. В данном случае модели UGF, которые были изначально в тени Чернобыля, остались. Просто их в дальнейшем нужно потом лишнее будет удалить, так как спавн ZP довольно-таки отличается от теней Чернобыля. И файлами конфигурации, и расположение самих файлов, объектов, которые принадлежат к внешнему спавну. Вот, и так далее. Поэтому мы сейчас откажемся от добавления наших файлов, а потом их просто удалим. Так, отказываемся пока.
Итак, наша локация подгрузилась. Как мы видим, что деревья стали у нас, появилась текстура на деревьях. Видите, да? Вот, но пока нету текстуры самого нашего террейна. Для того, чтобы для более плавной работы нашего языка, давайте мы с вами пока что время отключим light, звуки, glow, шейпы, спауны. Ставим только наши объекты, пока мы с вами сейчас с объектами разберемся. Вот, лишнее мы с вами выключили. Вот. Давайте найдем текстуру террейнов. Для этого откроем Images, check new texture, если она найдена. Новая. Вот наша текстура предбанника. Вот, давайте назначим, что это текстура террейна. Поставим им диффузию. Вот. И выберем текстуру в папке Detail Grande Grass. И придадим им для начала плотность наложения, коэффициент 100. В дальнейшем потом с вами поправим это наложение. Нажимаем клавишу ОК, идет создание нашей DDS текстуры в папке GameData Textures. Так мы видим, текстура терена у нас появилась, она наложилась вот на нашу локацию. Единственное, что сейчас в данном случае у нас не хватает, это отсутствие текстуры, которые использовались в тенях Чернобыля. Как бы эти текстуры, половина текстуры из них присутствует, просто у них указаны другие пути, другие папки назначения. И у вас есть два выхода из этого положения. Первый, это нужно просто скопировать пак текстур тени Чернобыля. Вот, переместить в SDK, соответственно, нужно будет создать все THM файлы каждой текстуре, которая принадлежит. Либо вторым вариантом открывать каждый объект. Для этого есть урок переназначения текстур. И просто эти текстуры переназначить, взять их и указать им другие папки назначения, другие пути наших текстур для правильного отображения нашей локации. Так, локация мы с вами подгрузились, террейн у нас есть, все работает. Следующим этапом мы перейдем с вами в спаун элемент. Откроем вкладочку Object List. Вот, и сделаем так, что нам нужно выделить все элементы. Нажимаем клавишу Ctrl-A, полное выделение. И клавишу Delete, удаление. Так, мы с вами выделили все спаун элементы на локации. Так как мы будем создавать полностью свои спаун-элементы. Ну, дальнейшее редактирование локации уже будет зависеть от вас, что вы, какие текстуры сюда придадите, либо как-то деревья поменяете местами. Ну, либо терен плоскость немножко подредактировать. На этом, конечно, будет основной акцент на редактирование самого террена. Вот, дальше, дальнейший урок будем именно что заниматься террейном, изменение самого террейна, создание на террейне еще чего-то более нового. Вот. Так, давайте мы с вами все это дело сохраним. Вот, и пока закроем нашу Level Editor. Следующим этапом будет программа X3ds Max. Вот. В данном случае у меня стоит 2011 версия, 32-битная. Прекрасно работает и уживается с Windows 7 64 бит. Вот, и мы там начнем править с вами наши локации. Так, запускаем Autodesk 3ds Max. Так, 3ds Max запущен. С чего надо начать нужно? Итак, первое, что вам нужно установить, это скрипты. Вот, который можно найти в интернете, XY Object Import, вот, для импорта объектов. Спасибо человеку за создание таких скриптов. Вот. Также вам нужно указать в настройках Customize вот, Config Used Patch. Нам нужно указать папку, откуда наш объект будет черпать информацию, где находятся текстуры. Для этого надо вкладочки Image. Вот, в данном случае у меня прописано. Нажать клавишу Modify и на своем компьютере выбрать путь. В данном случае у меня открыта папка Textures. И назначить User Patch.
Вот, и также импорт, откуда будет импортироваться объекты. Вот, либо экспорт, в какую папку будут экспортироваться наши объекты. Нажимаем ОК. Вот, и еще одним параметром 3ds Max, многие не знают, кто более опытный, конечно, разбирается. Многие спрашивают, как перейти в стандартную раскладку клавиатуры материалов, работать с материалами. Давайте перейдем к предыдущей, которая изначально была в комплекте с 3ds Max 2011. Многие просто не могут работать, так как бы мне удобнее работать со старой разверткой этого меню. Открываем файл, вкладочку Models и Compact Material Editions. Вот у нас в данном случае у нас выставилось. Мы будем считать, что у нас 3ds Max наш настроен. Основное то, что нужно было здесь настроить. Также не забываем об установке плагинов. В данном случае Stalker Export плагин. Вот, по настройке установки плагина есть специальные файлы, пояснения и так далее. Глубоко долго разбираться в этом не будем. Вот. Так, все у нас здесь установлено. Продолжение в следующем уроке самое интересное. С вами был я, Андрей Непряхин.